Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди с этим именем лучше всего находят контакты с другими представителями своего же числа. Лучшие взаимоотношения для них те, что построены на деловой основе. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Характеристики и качества владельца имени усиливаются, если эти люди родились в так называемом периоде числа 5, то есть с 21 мая по 20-27 июня. Из 21 августа по 20-27 сентября – самые влиятельные дни Меркурия. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.